Большая продовольственная ярмарка на площади Куйбышева в этом году разделилась. Из-за реконструкции площади торговлю перенесли в три района города – промышленный, Куйбышевский и Ленинский. Там откроются дополнительные муниципальные ярмарки. Куйбышевский район, пересечение Кряжского шоссе и Уральской улицы, промышленный район, улица Физкультурная, 101, Ленинский район, улица Ленинская в районе дома номер 142. Данные ярмарки предположительно начнут свою работу с наступлением сезона продажи местной сельхозпродукции. Сейчас мы считаем, что это начнется, работа ярмарки начнется с 1 сентября. Кроме того, в этом году увеличилось количество торговых павильонов. Контроль за соблюдением санитарных норм необходимо усилить, отметили на совещании. Особенно строго нужно следить за торговыми палатками с арбузами и дынями вдоль дорог. Все точки должны проходить согласование с районными администрациями. Я бы хотел, чтобы, еще раз повторяю, здесь мы сработали в унисон с районами. Владимир Владимирович, у нас ни одной точки без согласования с районом не ставится вообще в принципе. Чтобы самарцы могли купить недорогие продукты хорошего качества, в департаменте потребительского рынка организуют дополнительные торговые точки и работают над снижением цен. Так, во всех районах Самары откроется 21 площадка выходного дня. По субботам и воскресеньям жители смогут купить овощи, фрукты, мясо, молочную продукцию от местных производителей по ценам ниже, чем в сетевых магазинах. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События.